Курчумском районе состоялось памятное мероприятие в честь Батыра Кожамбета, в рамках которого была презентована книга «Маркаколь Атамекенем». Также здесь прошел «Маркаколь-фест», где побывали мои коллеги. Презентация книги, повествующей об истории удивительного края Маркаколя, состоялась в Курчумском районе. Ознакомиться с работой, авторами которой являются писатели Сайлау Толеуов и Бакытбек Жаманбаев, пришло много сельчан. Хоть я и переехал из села, мое сердце, разум и душа здесь. Мы писали эту книгу не одни, а создали команду. Искали различные исторические источники, официальные материалы. Мы трудились около 2 лет. Кроме презентации новой книги, в Курчумском районе состоялся «Маркаколь-фест». На вечер пришли известные казахстанские звезды эстрады и подарили всем хорошее настроение. Земляки, я люблю вас, скучаю. Мне всегда хочется, чтобы мое село славилось благими делами и чтобы здесь всегда царила благодать. Я благодарен своим соотечественникам, которые делают все возможное, чтобы наше село процветало. 1000 благодарностей. Будьте здоровы. Организатор мероприятия и праздничной программы – заслуженный артист Республики Казахстан Гибрат Азубаев. По его словам, они несколько лет готовились к проведению такого масштабного мероприятия. Мы мечтали провести концерт в этом месте, и вот это случилось. Мы очень надеемся, что в будущем мы проведем этот фестиваль еще более масштабно, чтобы Маркаколь-фест стал традиционным фестивалем международного уровня. Организаторы говорят, что мероприятие такого масштаба необходимо проводить чаще, ведь молодое поколение казахстанцев должно знать и чтить свою историю.